Привет, дед. Ну, посмотри, Майн. У меня такая же ситуация почти. Только, ну, сейчас получается у тебя я, микро и фонарик стримят, да? Но что интересно, я начал в 5, ой, в 5, в 3 часа. Микро начала в 3 часа. И там еще один стример, на которого я, типа, отслеживаю которого, тоже начал в 3 часа. Так что довольно прикольно. Вот, собственно, этот сам про сам Майнкрафт. Это значит у нас лор на выживание, лор на сюжетное вот. Ты, вот я или ты, ну ты я. Аварийно сел на планету. Твоя задача пойти на отыскать кое-где черный ящик. Ну, совпадение. Как ты раскрыл мои планы? А твоя задача найти черный ящик. Моя, ну, моя твоя. Найти черный ящик и... Сейчас. И отправить его в космос. Ух, как хорошо-то. Начал подвисать. Вот. Накинул все шмоты стартового. Кофеёк с печеньками и кучу всего остального. Нарисую профакторку. Смотри, что тут есть. Профакторку. Есть вот такая фигня. Столбы есть. Смотри, смотри. Это еще не конец. О, стоп. Свет включить. Ну, иди пока покажу. Точнее, возьми. О. Ага. Никто ничего не видел. А, выкинуть-то некуда. Некуда-то выкинуть. А, я знаю. Все, это нам не надо. Дед придет, обрадуется. Привет, дед. У нас сначала произошел небольшой форс-мажор. Я думаю, никто не заметил, но на записи будет заметно. Так вот, смотрите, что тут есть. Вот это вот милота. Ага. И причем, смотри, что можно сделать. Можно поставить обычный. Лучше, наверное,
релешки. Можно делать вот так вот. Оба. А на мобов вообще я не ставил. Но, в принципе, можно. Если вы меня убедите поставить, то могу поставить. Ну и плюс это, оно всего-то вот это выживание будет стримов максимум на 5. Максимум. Потому что тут делать-то нечего. У тебя, получается, все, что тебе надо сделать... Собрать системник. Ну, здесь шмот весь к нему, да? И пойти найти где-то черный ящик и передать с него данные. Вот, в принципе, и все. Ну, оружие это... Здесь оно вообще не предусматривается. Да, медленный бур. Ой, паразиты это да, они прям вот очень лютые. Мы иногда, вот, иногда часто играли с другом. И больше, наверное, сколько? Ну, дней 50 игровых, дальше нашу базу уже разносили. Не сколько разносили, сколько появлялись эти... как они называются-то? Эндермены. Паразиты на эндерменов нападали, вот, а эти эндермены, они очень топовые, и тут с ними тягаться очень сложно, когда они с одной тычкой тебя могут уже прибить. О-о-о, они прям так сталь, не могут пробить. Да, кстати, у нас тут еще есть, сейчас тебе покажу. Панельки есть солнечные. Тут спрятан аккум. Вот он. Так что, в принципе, пока без энергии у нас будет. Да, чугуна нету. Да, в принципе, можно начинать развитие. А вот это вот я не знал. А, громко, наверное. Сейчас, секунду. Ну, сейчас вроде нормально. Уже темнеет. Рановато как-то. Тут, кстати, луну видно днем, прикинь. Это вот главное, за что я люблю этот... как он называется, подзабыл. Ну, короче, этот мод на ракету. Да. Надо пойти найти овечек. Иначе я буду... Ну, не то чтобы страдать, будет неприятно. Хотя, в принципе, что сейчас страдать-то? Свет у нас есть. Есть. Есть у нас свет. Так, тут тускло все, правильно? Кого? А, луну? Ну да. Но она... Типа вообще на квадратной, да, в стоке. Но тут она круглая. И красивая. Ты главное не думай, то, что все ограничивается одной луной. Тут намного больше планет. И варп-двигатель есть. Так. Сразу демонтируем. И проводим электричество. А.
Стоп. Бензопилы. Точнее, электропилы. Урон 10. Будет мясо. Так, что я хотел сделать? О, это же, наверное, лучше вот тут разобрать. Вот так провести провод. Отвернуть на место. Рычажок. Так. А. Не очень приспособлен. Главное, чтоб... Да не, панелька не рванула. Да, ж мягкий знак. А, смотри, в чем прикол. Они ж тут... А, он еще и прям взорвался. Прям его нет. Плохо. Я тебя слышу, он где-то слева. Ты где? Где-то тут. Не, с нулевой яркостью, конечно, хреново. О, другое дело. Светок огнем. Иди ко мне. На. Тогда это плохо. Потому что надо идти и копать. Идти косплеить шахтеров. А. Ладно. Понял, принял. В другую сторону. Камушка набрали. Так. Делаем так. Вот так. Даю. А, нам почему-то нужен трансформатор. Такой и вот такой. Стоп. Да. Короче, нужна медь. Купрум. Я думал, он меня уже заметил. Па-па-па-пам. Вот иметь.
Кстати, один мод отвалился. Тоже медь, по-моему. Да. Только вот что он отвалился, непонятно. А рычага нету? Один рычаг. А, он снаружи. Тут где-то у меня зомбяк ходит. Ловушка Джокера. Привет, зомби. Пока зомби. Так, что там написал? А, да-да-да. В этом есть прикол. Мясо. Ты где? Еще один. О, Барсик пришел, привет. А мы тут в Майнкрафт играем. А, он прям даже так. Типа зимой. Так, зажарим медь. Так, как он меня увидел? Так, что мы будем делать? Сейчас тебе скажу. У нас тут есть враги народа. Смотри. На ближайшие 5 минут нам надо скрафтить вот это и вот это. Так, вот это можно убрать. Так. И сразу все лишнее сюда поскладывать. Надо будет еще пойти резину найти. Но это дело 5 секунд вообще. Так, резина. Вот резина. Слышь? Вот. Как раз две. Ровно столько, сколько нам надо. А у меня ж палочка есть. А вообще, не сейчас, так потом, мы будем собирать компы.
Так. А, ой. Тогда вот это мы демонтируем. Вот это тоже. Кстати, это алюминий. Вот это сталь. Но не видно. Уж я не знаю почему. А, ты про этот Балаканава. Там надо этот партнерку, по-моему, получить. По-моему, она так называется. Или не партнерку, как-то она еще. Короче, есть партнерка, а есть еще что-то. Ага, похоже на партнерку. Там надо, по-моему, 50 подписчиков. Ой, не. Не-не-не. Верни. Там надо 50 подписчиков и... Сейчас скажу. И 5, 5 одновременно смотрящих твой этот стрим. Во. Нет, там, по-моему, партнерка получается как раз-таки вот этими вот действиями. Алло. Так. От греха подальше. Поставим туда медный провод. Хотя его тоже мало. У меня, сейчас скажу сколько. 40. Те, что... А, она рванет. Вот теперь она рванет. Надо... 40 осталось, да. Так, вот такой вот. Все нужно медь. Медь у меня есть. Кто бы мог подумать. Причем под расчет. Ой-ой-ой, а железо. Пойти бы найти пещерку какую-нибудь. А, иду я там оставил. Молодец. Пойду туда, наверное. Потому что я сейчас копаться не хочу в шахте. Шахту выкапывать. А железку мне надо. Не, это не то. Му. Ай-яй-яй. А выбраться? Я, ну, чуть-чуть. Чуть-чуть, самую малость. А чё, по голосу прям так слышно? Водичка.
я не хочу. Так точно, сэр. Вот, кстати, лава есть. Ну да, это определить сложно. Я сам не до конца понимаю, как это делают. Нет, типа, одно дело, да, когда у него уже голос прям такой хриплый. И вот, ну, прям по явным признакам. Ну или когда он еще слова глотает. Ну я это и так постоянно делаю, так что... Для меня это не признак того, что я больной. Ну, кашлянуло тогда. Бывало такое. Тикс. Какая штука. Твою дивизию, я его неправильно поставил. Еще один крафтить. Да, оно само так неправильно поставил, сегодня виноват. Да, сегодня много бабухов. Делаем ставки, когда я найду эту медь. Да не свинец, а медь. Тоже как. Да не, в принципе, он не пригодится. Но все равно накопаю. А, это да. Возможно. О, медь. И железо. Единственное, что она рванула, если она не должна рвануть. По факту. По идее. Это медь, а надо... А, ну медь, да, надо. Что-то затупил. Так. Тик. Давай еще одну. А, теперь дерева нету. Ой, что-то я раскашлялся. Так. Деревяшки. Ай. Так, ну сейчас-то он не должен. А. Так. А если... Не-не-не, бубуха сейчас не должно быть. А, стоять.
Я сейчас специально поставлю вот так. Вот так. А теперь главное тут не обосраться. Ой. Тихо, еще ничего не рвануло. Ой. А как? Да не, рычаг рванул, да? Да. Дверь давай. Что за ссылочки? Так. Ссылочки. А ты скинь ссылку на их сайт. Тейк. Продолжим. О, ничего не рвануло. Ей. Так. Так. Вот теперь. Кидай. Тыкс, тык-тыкс. Не рвануло. Прошу заметить. Слово. Да. Во. Смотри, какой проводочек. Они даже провисают. Я, блин. Очень прекрасно видно черное на черном. При этом вот тут длина расходуется. Было 1024, теперь 1021. Так. Значит, что я хотел сделать? Свет я хотел сделать. Не, не так. Зомби. Иди сюда. Ну давай, иди, иди. Ну и чё ты сюда пришёл? Я попозже чуть-чуть посмотрю. Тогда. Я вообще хотел сделать... Па-па-па-пам. Я вообще хотел сделать. Вот тут освещение. Такой этот столб. Еще один. Иди ко мне. Паек. И еще один. О, ВК появился. Пум-пурум. Бедный я. У меня в руке стрела. И в ноге. Вроде все. Так. Как в настоящем заводе, сделаем каменный пол.
Поинт закончился. Дик. Ну еще пойти пойду накопаю. Предупреждаю, нет, это не алмазы. Это у нас, по-моему, алюминий. Это олово. Еще одно. А это моя собственная сборка. А это железо. Пригодится. Ну, похоже, это вот... Я ее делал по типу индустриальной сборки, но с упором на всякие хацкерские штучки. Ну, просто модификации те же стояли и все. Ой. Это никель. Да. Еще медь. Ой, вот так копаясь, можно попробовать найти алмазы. Но мне пока лень. Дорогами куда. Чую, если я вылезу, то меня очень сильно побьют. Да, лабиринты программисты. Ух ты, боже мой, у них там целая туса. Еще один. Чего я буром буду забивать? Ай-яй-яй. А помню, я сейчас умру. Да, умру. Ай-яй. Я выжил. Я выжил. А то без брони гулять. В такое-то время. Кофе. Кстати. Как он делается-то? А, и зерна как сделать? А, кружку хотя бы.
Шо, где? Вот и был. Закончился. Вот тут где-то второй. Он мелкий. Посмотрите на него. Тут их два. Тут их два. Тут их три. Их тут три. Кого? Какой? Зачем? Добил. Стоит. Посмотрите на него. Второй. Да ну-ка, как ты меня заметил? И ты меня как заметил? Мне прям все меня хотят убить. Да. Так это дети, выросшие в Челябинске. В смысле, не, ну, не все дети, а именно дети-зомби. То мало ли подумают не так. Меди. Теперь чуть-чуть похоже на завод. Завод на минималках. Да я же говорю, я про другое, про то, что не, типа дети все выросшие вот такие вот, которые были, теперь их нету. А именно дети-зомби, которые вы... Именно не все, а именно которые дети-зомби, которые выросли в Челябинске, настолько суровые, потому что они горят на солнце. Ну, в принципе. Так. Ты мне даже подал идею. Вот. Теперь точно похоже. Ты про что, Барсик? Посмотрите на него. А что ты хотел написать? Посмотрите на него. Он давно не получал бензопилой по щам. Точнее, вообще никогда. Так не работает. Thank you.
в принципе, not bad. Not bad. О. А давайте построим пирс. Вот зарядочка. А ешка. Да, у меня ешка есть. И для начала там нужно не особо много. Я вообще хотел в стартовый лут добавить базовые вещи ешки. Ну, чтобы построить первую сеть. Но потом передумал. Потому что будет чуть-чуть странно выглядеть. Так, ну для ешки получается нужен раз, два и какой и еще много надо. Карточки нужны, допустим, вот это вот. Нужны. Вот, приемщик энергии нужен. Его легче скрафтить, чем этот, на контроллер. А, и этот. Терминал. А лучше сразу терминал крафта. Но он сложнее крафтится. Ну, вообще они добываются из метеоритов, да. Сейчас у меня их нету. В смысле? О, да, я тебя не заметил, привет. Да, пойди ты метеориты искать. Так, я же тебе не рассказывал вообще, в чем суть этого выживания. Здрасте. Ляпота. Один метеорит я точно... Ну, не точно. А, вот он, один метеорит. Я даже знаю, что там за лут есть, потому что на этой карте я уже был. В прошлом выживании мне вот это местечко приглянулось, я так подумал, что тут хорошо было бы начать этот стрим. Ой, темнеет. Ой, у меня еще за то, что моник темный. А, ага.
ну, знаете, типа, не очень хочется при таком обмундировании искать. Потом как-нибудь. Удобнее делать, понятное дело, через заешку. Но тут вообще просто выживание это будет по... Оно будет короткое по сюжету. Потому что нам нужно просто скрафтить несколько вещей, сбегать в одно место. И... Ну и в принципе все, да? Так-то его можно продолжать, но лучше уже будет начинать новую. Новое выживание. А там уже с учетом всех ошибок этого придумать какое-нибудь начало и оттуда отпираться просто уже выживать, как этот. Сейчас-то это выживание, оно чисто как этот. Просто небольшая сюжетная линия. Вот ходят там. Слышите? А, уже не слышите. Иди сюда. Пойдем. Вот он. До свидания. Надо покушать. Я же сказал, ключи у Гали. Еще один идет. Вот табличка. Вот табличка. Что ты до меня докапываешься? У меня ключей нету. Где ты? Так, надо сделать свет. И пирс. Пирс со светом. Ну такое. Так. Ну, выглядит не очень, но сейчас что-нибудь придумаем. Главное, вот. А, ладно. Так. Лучше сделать. А я знаю как. Ну. Ай. Так. Как ты отсюда заметил меня? Что тебе надо? Здрасте.
До свидания. Так, ну выглядит так все, если честно. Тогда вообще можно сразу демонтировать. Будет у нас парящая лампочка. Где свет? Ну чё, кто на поиске золота? Кстати, золото не обязательно. Был уже где-то свинец. А, Ростона нету. Ой, стоп. А, всех там плавал. Еще дождик начался. Ну ты все-таки рванул. Идем ищем золото. А там стоит, как он, ФСУ, по-моему. Вот эта фигня там стоит, у которого выход 512, EOTIC. Медные провода, самые обычные, сгорают, когда на них подают 129 EOTIC. То есть нужны золотые провода или стальные. Ой, стальные, высоковольтные. Высоковольтные делаются из железа. Так, ну что, это алюминий. Но железо, типа у меня железо есть, но там нужно специальные машинки, чтобы его сделать. Поэтому только один вариант, идти искать золото. Или редстоун. О, уран. Потому что есть вариант обойти всю эту систему. Можно поставить трансформатор, но от трансформатора до этого нужно провести. Хотя в машинах тоже есть, да. Но там-то провод как раз таки соединяет этот трансформатор. В принципе, можно поставить там, попробовать как-то напрямик трансформатор. Он-то у меня там стоит. Нам уран не нужен. Как бы это прискорбно, да, как бы это прискорбно не звучало. А, трансформаторы там стоят, вот. Попробовать их переставить чуть-чуть вплотную. Дождик. Да я сейчас опять выйду, мне опять сейчас надают по лицу.
А я не очень сильно бы хочу. Чёрт, нет. Так. Значит, можно демонтировать вот это вот. Демонтировать вот, вот это вот. Да? Тебя поставить, только бы не рвануло вот так. Если бы вот так. Вот так. Даю. Куда он попал? Чатик. Чатик. Куда? Верните. А, вот он. Блин. Ставим. Переворачиваем. Нет, стоп, нельзя. Демонтируем. Куда вот он выпадает? Теперь он где? О боже мой. Вот. Сначала мы ставим вот этот вот. Вот так вот переворачиваем. Потом ставим вот этот вот. Вот так вот переворачиваем. Ничего не взорвалось, уже хорошо. И отсюда уже... О, выходим, правда. Та-ра! Так, отсюда уже вывести на свет. Я просто не уверен, что так это так сработает. Не сработало. Там ничего не рвануло. Спокойно. Скажи, наверное, это где-то. Ну, ночью будет чуть-чуть заметнее. Надо пойти найти овечек. Для того. Еще ножницы надо скрафтить. Откуда? Ладно. Так, железку.
Не то. Верните. Вот так. Вот так. Вот так. Так. Будем делать пирс. Как он выглядел? Ну, типа вот. Фигня зато своё. Ну, теперь чуть-чуть получше. Но все равно фигня. Чего тут спилить? Чуть-чуть земли. Сейчас вот оно. Так, следующее, что нам надо сделать, это собрать системник. Вот это поворот, да? Ну, так не говорится. Да ладно. Вот и вернулся. Так. О, теперь видно. Так, это нам надо. Это нам надо. Это нам надо.
И вот это. Вот это нам надо. Па-па-па-па. Вот это нам надо. Потому что первого уровня не хватает. Или две такие. Так. Моник. Ну, вот этот преобразователь. Моник. Вот монитор. Клавиатур. И видюху. И проц. Так. Проц. Да, компы делаем. Да вроде все. А, дисковод. Вот же скач нам не понадобится. Можно без него, в принципе. А он сложно делается. Да, в принципе, не очень. Не, не сложно. Ну и фиг с ним. Так. Сколько у меня железа? 25. Ну, в любом случае, покопаться в шахте придется. Кстати. Можно наделать молоточков. И добыча ресов пойдет в разы быстрее. Верни. Вот это, кстати, уран. Ну, аналог урана.
Кэспоня. Не знаю даже на самом деле. Можно попробовать завтра, но... Далек, ты завтра сможешь факторку? Вот если он не сможет, да, можно попробовать кэспоня. Сломался. Погода 30. Так вот, Барсик. Погода 70, что будет кэспоня. Нет, погода 60. Алмазики. Так, дайте мне мои алмазы. До 4. А, сейчас, подожди. Хороший вопрос, во сколько? Скорее всего, тоже в 3. Или в 4. Еще алмазы. Что-то мне их везет на них. Рубин. Да я. О, это который дестабилизированный. Но он меня тоже не интересует. Меня сейчас интересует только золото. Вот тут. Нет. Вот тут. Не то. Окей. Три разных серебра. Ну то что выкинуть? Ничего. Зоя то. А где остальное? Где мою Зоя то? А вот сейчас придется что-то выкинуть. Что-то свинец. Пусть будет так. Вот можно возвращаться домой. Погодите. Теперь можно.
Ну, теперь уже не ждет, сейчас светло. Дотягиваюсь. А, нет, не дотягиваюсь. Текс. Тогда сейчас плавим зояту. А потом что-то другое. Так, зеленый краситель. Это надо эти кактусы срезать. Еду дайте. Давайте кофе с печенькой выпьем. Оу, е-е-е. Какой я быстрый. Даю. Ого, фонтанчик. Я вообще-то за кактусами пришел. Но можно погулять. Куда он пропал? Там не. Какие еще сюрпризы меня будут ждать? А, боже мой. Так. О, деревня. Там же дофига всякого интересного будет. Как минимум, меня интересует вот этот домик. Вот этот. Вот этот. И, по-моему, все. Не должен быть гравий. Вот это должно быть. Ну ладно. А чё там гравий делает? А, песок. Да нет, должен же быть этот. Песчаник. Оба. 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 Что там за место интересное? А, вон оно чё. Ёпарсты. Почему я об этом узнал только что?
Только сегодня. Блин. Инженер-механик. Прям я. Проводочки. Молот. The Injury. Нужно вам. Так, есть тут еще что-то интересное. Стоп. Больше ничего нету, жалко. Ну, кроме вот этого. Нет, стоп, вот это мне не надо. Стоп, зачем мне вот вообще вот это вот все? Вот зачем? Свинец, пруд. А, его нельзя открыть. Жалко. Икс. Кстати, кокс. Но тоже не пригодится. О, чисто. А, стоп, шерсти. Все. Оп. Так. Кровать надо сделать, чтобы спать. На пирсе. Тейкс. Единственное, жалко то, что золота понадобится много, а у меня его мало. Надо будет еще как минимум одна... Как минимум один поход в шахту. Так. Текст, глина.
А, то есть даже так. Ну тогда. Таня. Кусочек золота и бумага. Бумага. А где? Ай. Трек. А где? Да не. Вот. А, теперь у меня железа нету. Спокойно, оно у меня есть.
Икс. Оба. У нас появился системник. О, этого надо вот так поставить, получается. О, какая лепота. Теперь по-хорошему дисковод. Это поршень надо. Железо и палка. Где появился дисковод? Еще бумага. Там, наверное, где-то должна быть. Ой, деревня. Вот тут вот. Вон она. Ей. Правда, темнеет. Поэтому в деревню завтра. Сейчас домой. Ай. Oh.
Тебя отсюда попёрли. Идет. Иди сюда. Давай. А тут можно обойти. Не подумал. Дай фикс. Главное, чтоб напрямую не шли. Так. Та-дам. Теперь книжку и микрочип. Книжка — это кожа. Кожа — это надо идти гулять. Опять. Вон кровки. Не повезло. Так, можешь ее рукой забить. Нет. Не повезло, надо забить рукой. Коров больше нет. Овечка. Ну и где все коровы? Там свинки. Даже так. Стоп. Типа она из липы вообще не делается. Ну ладно. Там надо заспринить. Да, ничего нового.
Так. Ну, такое. О, метеорит. Да где все коровы? Я коров отжали. Что за фигня? Пипец какой-то. Да ё-моё. Да ё. О, коровка. Стой. Отдай мне кожу. И чё? Они не сорт такой коров, который кожу не дают. Неужели?
магическая. А, доски магические. Вон оно шо. Так. Текс. Есть книжка. Есть микрочип. Да. Вот, теперь у нас есть дискетка с операционкой. Так, что еще можно сделать? Ой, еще память надо крафтить первого. Ну ладно, она несложно делается. Может даже, наверное, сделать две плашки первого уровня. Вот. Третья пойдет на видюху. О, видюха тоже есть. Кстати. А, в нее сразу можно загрузить этот. Да. Не морочиться с дисководом. Ну и фиксим. Так. Прот самое интересное. Все. Это вот все, что можно сделать с нашим количеством золота. Дальше нужно больше золота. Ну все, в принципе, наверное, на сегодня. Можно еще этот ЕЕПром. А, это снова нету бумаги. Тогда все. В принципе, да. Так, ну рейдить кого-то бесполезно, хотя есть кого. Ну все тогда.